Встретились две подруги, и одна другой говорит: «Слушай, Лен, ну я не знаю, как вы со своим мужем так живете? Столько лет вместе, душа в душеньку, а вот той самой искорки-то у вас и нету». «Да откуда ты знаешь? Да все у нас хорошо, да не переживай за нас». «Слушай, ну как хорошо, ну а вдруг ему захочется, а? Ну, того самого волшебства?» «Да без проблем. Он как захочет, свистит мне, и я сразу к нему бегу». «Слушай, понятно. Ну, а тебе, как женщине, тоже же иногда хочется. Слушай, а когда мне хочется, я на всю квартиру ору. Лёш, Алёш, ты случайно не свистел?» Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Спасибо еще огромное. Хочу передать всем тем, кто помогает мне в восстановлении моего переднего зубика. Занимаюсь восстановлением, хожу к стоматологу, записано на определенные дни, то есть это не день, не два, не быстро. Поэтому большое спасибо всем тем, кто помогает мне. Мне очень приятно. Спасибо большое.